В городском дворце творчества детей и молодежи состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко дню машиностроителя. На площади у здания была организована выставка автомобильной техники, которая производится в Республике Татарстан. Также для гостей выставки была подготовлена концертная программа и традиционное награждение. Глава Республики Татарстан Рустам Миниханов лично приехал поздравить челнинцев с днем машиностроителя. Сегодня перед нашими промышленными предприятиями стоит важная задача. Наладить контакт с новыми регионами и выстроить с ними необходимые кооперационные цепочки. В текущем году отечественная промышленность столкнулась с целым рядом вызовов ограничений во внешней торговле, нарушения логистических цепочек, перекрытия доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам. Однако, благодаря командной работе, даже в условиях санкционного давления, наши машиностроители достойно решают поставленные задачи, внедряют новые разработки, осваивают высокотехнологичную продукцию. На сегодняшний день в республике работает почти 3500 машиностроительных предприятий, на которых занято порядка 138 тысяч человек. Немаловажно и недавнее появление передовой инженерной школы Казанского университета в Автограде Республики. Напомним, что Киберавтотех в партнерстве с КАМАЗом будет заниматься реализацией целого ряда задач. Производство программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработка зеленых технологий машиностроения и работа с двигателями, работающими на неуглеродном топливе. Все это и многое другое предстоит реализовать к 2030 году. Без создания крупного научного центра по подготовке инженеров мы, конечно, о будущем думать не можем. Я считаю, что выдается в случае победы в конкурсе отличный шанс развить материально-техническую базу, создать условия для обучения наших студентов. Знаменательный день, когда мы открываем здесь, в городе Набережной Челны, городовую инженерную школу по автомобилестроению. Я считаю, что это разумно, логично, и он не мог открыть где-либо, чем Набережная Челна, потому что рядом с нами здесь наш основной главный партнер КАМАЗ. Сразу после торжественной части состоялась и часть официальная. Казанский федеральный университет, Минпромторг Республики Татарстан и ПАО КАМАЗ подписали трехстороннее соглашение о партнерстве в создании нового типа инженерной подготовки, осуществлении прорывных разработок и исследований в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации. Амир Ахтямов, Центр Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюз.